Во дворе дома номер 18 непривычно многолюдно. Дети с нетерпением ждут начала праздника. Сегодня они юные пилоты, впереди у которых самые настоящие приключения. Старт воздушному плаванию дает капитан корабля. Сегодня мы с вами будем проходить множество испытаний, интересных и необычных заданий. И для этого мне очень важно быть абсолютно в вас уверенным. Заручившись необходимой поддержкой, капитан поделил участников на несколько команд. Каждая должна была посетить 6 стран – Англию, Японию, Россию, Францию, Канаду и Бразилию. На остановках дети показывали свою ловкость, меткость, творческие способности и смекалку. Она была просто необходима. Пустой листок бумажки делаем, маленький такой кулечек, дай сюда платок. Убираем сюда в этот кулек. Считаем сейчас все до трех, и так приятно, поехали. Раз, два, три, все, открываем его. Открываем, нет, ничего, все пропало. Не надо, тихо. Тут же проходили мастер-классы по изготовлению поделок и украшений. Популярный у детей аквагрим только добавил веселье в этот праздник. На всей площадке царила атмосфера дружбы и взаимовыручки. Нравятся праздники двора тем, что здесь весело, очень много людей, можно познакомиться со всеми. Мне больше всего понравились фокусы. Потому что я вообще люблю фокусы. Здесь очень весело, мне здесь очень нравится, здесь много подарков, клоуны здесь. Никто из участников не ушел без подарка от мэра. Памятные сувениры получили не только дети, но и взрослые, активно принимающие участие в жизни двора. Стараемся наградить сотрудников наших управляющих компаний, наших дворников, уборщиков, слесарей, сантехников, плотников, которые тоже вот они занимаются обслуживанием наших домов. Вот, потому что порой мы тоже жители не всегда знаем, кто у нас вывозит мусор, кто у нас дворник и кто у нас просто слесарь, кому можно обратиться за помощью. На праздники двора приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и места проживания. Цель таких акций – привлечь жителей к общению друг с другом. Ведь очень часто бывает, что, проживая в одном доме, соседи ничего не знают друг о друге. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».